Новый культурный центр открылся сегодня в Каргополе. Это первый объект, построенный в Архангельской области по федеральной программе строительства объектов культуры в малых городах. Современное здание появилось в рекордные сроки. На его возведение потребовалось всего 2 года. Последние полвека очагом культуры всего Каргопольского района было вот это здание кинотеатра, где кроме зрительного зала всего 4 кабинета. Сегодня в Каргополе торжественно открылся новый многофункциональный культурный центр. Создание таких центров ориентировано на то, чтобы вернуть на внутреннее содержание. Центр развития культуры. Многофункциональный центр самореализации абсолютно каждого человека, который живет и трудится в том или ином населенном пункте. В новом здании уже разместилось 8 творческих объединений. С начала следующего года появится еще 4. В современном зрительном зале будут показывать кино. А выбрать название для нового культурного центра предложили самим жителям. Мы получили площадку, вот мы сейчас понимаем, даже лучше, чем центр культуры в Мирном, например, в Няндами, Конаше, Плесе. То есть вот такой объект появился в Архангельской области, я знаю, что первый. Но самым большим подарком новый центр стал для всех жителей Каргополя. Танцы дают эмоциональную разгрузку после тяжелого рабочего дня в школе. Мы приходим сюда и отдыхаем, общаемся. А здесь уже мы чувствуем, наверное, 5 и даже с плюсом должно быть, потому что у нас настроение поднялось. Мы все в таком возрасте, значит, стараемся быть бодрыми, инициативными. Следующий подобный культурный центр скоро появится в Ильинско-Подомском, а затем и в Пиниге. Лена Романова, Денис Селиванов, Евгений Зыков, Регион 29.